Хы, Джан Хао, Чэнь Ган, «Влюбленные бабочки». Исполнители, ансамбль традиционной китайской музыки, Цзэлинь в составе, Лю Чан, цитра, Джао Дзюнь, бамбуковая флейта, Ма Цзинди, пипа, Ву Юй, Джун Жуань. Сегодня перед вами это ансамбль китайской традиционной музыки Цзэлинского института искусства. И по просьбе Лидия Львовна, перед нашим выступлением я ознакомлю вам с нашим китайским инструментом. Первый — это пипа. Это очень старинный китайский национальный инструмент. Он имеет более 2000 лет истории и появился во время династии Чин, а потом через шелковый путь и через пустыню и снежные горы наконец пришел в Китай такой сиковый струнный инструмент и с такой длинной шеей. Они соединились вместе. А потом уже появилось таким образом перед вашими глазами пипа. Сейчас наш педагог будет играть вам кусок произведения. Разрешите мне следующий инструмент. Это инструмент называется руан. Это очень старинный такой китайский традиционный инструмент. И единственный инструмент, который наименован именно на фамилия личности. Дело в том, что это инструмент, он очень похож и тоже сиковый струнный инструмент, и они тоже много лет, примерно 3000 лет. И сейчас девушка будет играть песня национальности Дун. И эта национальность живут в Китае на юго-западе, и это показывает их веселые жизни. Thank you.
очереди это бамбуковые флейты. Это традиционные китайские флейты. Они отличаются от флейта именно материала. Это сделано чистой бамбук. И этот инструмент играет очень важную роль в жертве, торжественном мероприятии, императорские деятельности. Поэтому в Китае, наверное, вы знаете, что если мы напомним китайскую музыку, мы обычно сказали, что это звук струны и бамбука. Именно в этом причина. И он будет играть нам о цветах мэйхуа. Это традиционные китайские цветы. Они цветут только зимой. Последний инструмент – это тоже сиковый струнный инструмент, который называется гучжэн. Он появился еще давно, более 3000 лет. И во время династии Пупериаде, сражающих царства, а потом во время династии Тан и во время династии Суй, много писателей и поэтов, они очень обратили особое внимание и любовь на этот инструмент. Поэтому, если вы читаете китайские стихотворения, вы заметите, что там есть этот инструмент. И сейчас наш педагог будет играть вам кусок песни «Лодка на вечерней речке».
Спасибо за внимание. Я хочу вам сказать, что это только кусок. Потом будет очень серьезное произведение. И перед нашим выступлением разрешите мне еще несколько фраз о первом произведении. Произведение называется «Ляншанбо и Чуинтай». Я не знаю, вы слышали никогда-нибудь это имя. Иногда это тоже «Танцы бабочки». Я хочу немножко это. Это самый красивый и самый известный романс в Китае, как у вас на Европе, Джульет, Ромео и Джульет. Именно такие одинаковые истории. Молодые люди, они влюбили друг друга, но родители категорически не разрешили. А потом, в конце концов, эти молодые люди, они самоубийство приняли. И из могилы этих обеих человека, людей, вылетало две бабочки. И бабочки летают в воздухе. Без первого произведения именно о этом красивый романс. Пожалуйста, давайте вместе слушаем. Поднимаясь шаг за шагом. Thank you.
завершении концертной программы Евгений Радыгин «Уральская рябинушка». Переложение для ансамбля китайских народных инструментов.